Всем привет! Рыболовный магазин «Зеленфишбай». И сейчас мы рассмотрим кан для живца, изготовленный из эвоматериала, который обладает хорошей теплоизоляцией. Это значит, что в мороз оно будет сохранять тепло. Примерно до минус 10 градусов жидкость, вода в нем не замерзнет. А если вы хотите использовать его при более низких температурах, то лучше его присыпать снегом. Соответственно, в жаркую погоду будет сохраняться прохлада, и жидкость в нем не будет так сильно нагреваться. Кан поставляется в двух цветах, это оранжевый и черный. Имеет объем 7 литров, оснащен крышкой и регулируемым ремнем. Изготовлен из эвоматериала, очень легкий и, вот смотрите, мягкий материал. С ценой вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Если вам понравилось, ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, пока!